Ребят, всем привет! Привет! Сегодня день открытых дверей в канадской школе, там, где у нас учится старшая дочь. Вот, мы только-только приехали. Сейчас пойдем зайдем внутрь, заснимем, посмотрим, что там они там нам расскажут, да? Покажут, как они, видимо, учатся. Вот она, вахта. Вахту, кстати, красивую сделали, смотри, Кать, да? Да, очень красиво. Добавили вот такой листочек, как он называется-то? Кленовый лист добавили. Вот, зайдем, посмотрим, поснимаем внутри, спросим у ребенка после трехнедельного обучения, может быть, она уже освоилась с ребятами, там, с учителями и так далее. Да? Храна? Не, а? Окей. Ну, короче, куда-то туда идти, непонятно. Видимо, вахтовый зал надо идти. А, точно, точно. Полинин класс, вот так вот заходишь, да, вот сейчас как мы зашли, слышишь? И вот идем на лестницу и поднимаешься вот туда вот, вверх. Так, сейчас мы подойдем. Ну, там, кажется, если я не ошибаюсь. Я не помню. Вон она. And in this picture over here, this teacher has written out part. Students are also practicing their spelling, and they are also practicing the sequence. Все, мы вышли с актового зала. А где наши дети такие? Спят? Привет, привет, привет. А дети наши что? Спят? In Canada, you don't just follow one book either. You have many, many books. 就是我们会以多本书的形式给大家去展现，让孩子们去学习。那么昨天我们已经开始进行一个拼音的一个学习了，因为拼音是能够让小朋友就是他掌握了拼音是对他学习生字起来是很有帮助的。所以说在拼音的大部分都是小孩就是。Наша Лина. Еще не проверили. Мы вчера домашнее задание делали. Значит, они кушают еще? Пошли в столовую, знаешь, где столовая? А, да, столовая там. А, или подожди, поле где, в какой стороне? Поле, кажется, прямо, значит, направо. А, мы туда. У них, короче, девочки и мальчики отдельно спят, оказывается. Все серьезно, уже началось. О! Вы где были? Соскучилась? Саша, привет! Привет! Давай спать. Сейчас спать. Папа. А ты почему не смотрел? Что? Где мы кушаем? Ну мы не успели, мы только-только освободились. Нам рассказывали, как вы учитесь там. Вот. Кто? Ну, ваши учителя рассказывали, ваши? Как учиться, что планируется, что будете учить. А вы что? Вот.
Ну что-нибудь кушали там? Нет. Мы нет, нам-то нельзя. Сейчас поедем обедать. Здесь кушать. Мы-то уже выросли из школы. Ты хорошо пообедала? Да. Ты хочешь посмотреть, где они спят? Вон там твоя дочь. Пойдем. Баюшки, бою тебе спою. Не-не, дальше. Дальше. Вон, последняя. А ты же туда меня водила. Вон она окно закрывает. Ой, тебе плачет. Ты увидел Сардара? Я даже не знаю, где. А где мальчики спят, Поля? Мальчики, они там. Где? За поворотом? Где-то там. Где-то там. Доступ к мальчикам запрещен, да? А что мне воет, дочь? Ты не платит. Ударились вдвоем. О, фига тут прохладно. Давай, все, пока. Все. Ладно, отдохни. Все, пока-пока. Я знала. Все, давай, буду. Давай. Пока. Пока. О, подруга. Как подругу зовут? Хорошо. Ага. Прям за ручку с ней там что-то ходит. Как? Не помню. Ну все, пока, давай, короче. Я подожди, я хочу показать. Окей, окей. Нельзя, нельзя. Мама тоже постоянно говорит. Да, она говорит нельзя, все. Да, она я знает. Давай, все, пока. В общем, нам рассказали про планы, что планируется изучать, какие предметы. Какие предметы они планируют изучить, какие слова и так далее, что планируется сделать за этот семестр. Были небольшие трудности с переводом, то есть часто забывали переводить нам с китайского на английский. И мы просто не понимали, о чем говорят. Но, тем не менее, сама суть понятна. В общем, планы и... Планы и говорили о том, что важно делать домашнее задание. Вообще, как бы нас когда приглашали, мы думали, что будет день открытых дверей. Это открытый урок. Давай еще раз. Это Тесла прикольная. Да, Тесла прикольная. Тесла прикольная. То есть день открытых дверей по нашему понятию это то есть, открытый урок, да, то есть заходишь, родители позволяют, допустим, поприсутствовать на занятиях, как проходит урок, да, понять вообще, как да, ребенок кто занимается, да? Да, как вообще он реагирует на китайский, на английский язык. Интересно было посмотреть именно это.